В селе Сугуты Батыревского района уже более 30 лет работает настоящий детский театр кукол. За это время дети под руководством педагога Веры Кузнецовой поставили десятки пьес. Одну из постановок увидели и мои коллеги Алина Сусметова и Игорь Зверев. Петя, Петя, петушок, золотистый гребешок, выдри не в окошко, дам тебе горошку. Виолетта Чиркина в спектакле играет одну из главных ролей – лисичку. Репетиции каждый день, но это только в радость, признается юная актриса. Хожу в кукольный театр к Вере Федоровне. Она очень хороший и добрый руководитель. Мы каждый год ходим и выступаем. Мы сами делаем куклы, шьем игольницы. Кукольный театр вырос из школьного театрального кружка. Главный идейный вдохновитель, руководитель, режиссер, декоратор и костюмер Вера Кузнецова. Первый спектакль со своими учениками поставила 32 года назад. Своими руками сшили кукол, приготовили реквизит. Вначале ребята выступали в стенах родной школы. Позже стали гастролировать по соседним деревням. Стали участвовать и в различных конкурсах. Наши внуки живут в городах, но они на лето приезжают к нам. Она занимается и с ними. И дети это очень хорошо, потому что она их развивает, чтобы просто так дети не бегали на улице и с ними занимается. Ну, у них развивается кругозор. Дети участвуют в республиканских и в районных конкурсах. Сегодня детский кукольный театр в Сугутах по праву носит звание «Народный». В репертуаре 17 спектаклей на двух языках – русском и чувашском. А в копилке – дипломы и грамоты самых различных республиканских фестивалей и конкурсов. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика.